Ноябрьские чиновники отметят профессиональный праздник. В предстоящее воскресенье Россия впервые отпразднует День местного самоуправления. Новую дату своим указом утвердил президент Владимир Путин в прошлом году. Сегодня, в преддверии праздника, муниципальных служащих Ноябрьска поздравили в городской администрации. За добросовестный труд и успехи в работе 14 человек получили почетные грамоты и благодарности председателя городской думы. Сегодня же наградили и лучших работников жилищно-коммунальной сферы. Представителям этой отрасли вручили благодарности и почетные грамоты губернатора, а также Минрегион развития. Кроме того, сегодня была вручена награда «Почетный работник ЖКХ Ямала».